Доброе утро, мои дорогие зрители. Анталия началась у нас с автовокзала. Вот внутри есть пальмы. Приехали мы в 7 утра. Сдали вещи в хранилище. Сейчас хотим привести себя в порядок, позавтракать. До 12 часов у нас есть время кайфовать. Пока мы 12 должны быть в гостинице. Так что вот, мои дорогие, такие дела. Познакомимся с автовокзалом. Конечно, побольше, из двух частей состоит, двухэтажный. Здесь видно, отопление есть. Не знаю, какое, газовое или тепловое, но есть. Газа, по-моему, здесь нет в Анталии. Вот так нас встретила Анталия. Таким буреком, супчиком. Приятного мне аппетита. Наше знакомство с Анталией начинается с трамвая. Мы решили, хотя мы позвонили сейчас в отель, нас уже ждут, но ехать туда и возвращаться обратно не то, поэтому мы решили посмотреть центр, покататься на трамвае. Как интересно, необычно. А вот они такие уставшие, здоровые. Знаете, я не жалею, что я делась так прохладно здесь в Анталии. Пока дождя нет, но обещаю. Приехали мы на метро, трамвай называется. На 7-й остановке от автовокзала. Меркес попали. Как раз форум, то, что нам надо. Но он 8 часов утра, пока еще рановато, поэтому мы походим. Конечно, будут закрыты все магазины начала 9-го. Нам, Сашка, вам не верится, что мы свою зону комфорта покинули. Сейчас у нас новые путешествия. Я иду в ботосах. Почему? Потому что ноги отекли и переодеться, думаю, не успела. Не то, что не успела. Мы быстро сдали все вещи в камеру хранения. И вот идем, посмотрим цены, какие здесь. Так интересно. Центральная улица, наверное, Анталии. Анталия просыпается. Постепенно открываются кафешки, магазинчики. Какая-то церковь. Джами. И вот что мы нашли. Что-то интересное. Ходим с мужем, ходим. Изобрели вот такое красивое место. Горы, море в той стороне. Руссо туристо. Море, мы увидели море. Такое кафе здесь. Бахче кафе. Чай 5 лир. Турецкое кафе 15. Мы так наелись этих буреков, что ничего не хотим. Гюзлеме 25 лир. Как красиво здесь, друзья мои. Идем по такой уличке. Гуляемся. Уже тут с 9 часов. Базарчик такой. К морю направляемся.
как красиво. Прогулочные катера. Бурасы Анталии, Ашки. Проедочек, Ашки. Двор на Тарихе, двор. Историческая стена говорит с ними. Как интересно. Ура, ура, мы пришли к морю. Анталийскому морю. Бизим отель Бутарафта. Наш отель в той стороне Эвет Бутарафта. Bence geri tarafta. Geri? Tekrar Mersin'e döneceğiz. Не важно. Такая здесь курортная зона. Красиво. Начали Алишу и Риш, друзья мои, на свое путешествие. С покупочек хотим купить мне кое-что, раз попали в такое место. Не так ли? Моя покупочка, такие классные ботики. Темки Малпар. Танджа Ашки мне купил. Чалыш Мьор. Наконец-то мы пришли в наш отель. Вот такой он большой, многоэтажный. Зайдем вовнутрь. Напротив другой. А, сита, это остановка, хорошо. Я одета вообще непонятно как. Тепло очень. Мы попали в сказку. Тут уже к Новому году подготовились. Красота, друзья мои. Светлана окунулась в сказку. Друзья мои, вот такой у нас красивый номер. Сейчас я вам покажу. Все покажу, расскажу. Красота. Такие красивые у нас огромные шкафы. Сейчас я все выгружу сюда в сейф. Я уже здесь повесила, теперь проходим. Тут Ашкой мой уже. Такая у нас кровать красивая. О-о-о. Здесь что? Тумбочка, тапочки. Wi-Fi в Гере Кашкем. Телевизор. Такой вот у нас шикарный номер. Сейчас покажу вид из окна. Балкончик. Это морюшко. А вон там Конкор, который мы должны пойти на встречу с президентом. Там далеко, далеко. Сейчас мы примем душ, пойдем покушаем и будем отдыхать. А вечером идем на встречу. Хочу поделиться с этой красотой, в котором живет сейчас Светлана. Да, для многих, может, скажут, ой, с луны свалилась, мы так живем. Но это для меня
такая прелесть, там игры. Там амашкам без емекта и гидюрус. Как все светится. Новый год ашкам илбашил. Какая красота. Идем в ресторан. Надеюсь, вам тоже нравится и вы радуетесь за меня. Я решила одеть спортивную такую. Потому что... Где тут упал? Ашкем, ялныш сэнгидльдин? Идем в ресторан. Кругом Новый год. Пахнет Новым годом. Я вам еще буду показывать это. Идем в ресторан. Столько много иностранцев здесь. Музыка. Красота. Вот такой красивый вход. Наверное, ночью он будет светиться. Пахнет Новым годом. Какая красота, друзья мои. Ашки мой на улице под впечатлениями, и я тоже. Так как мы люди голодные, я наполнила все двойное. Салаты, ашки, кока-кола. Такая красота, друзья мои. Приятного нам аппетита. Ну что, будем набирать вес? С мужем в нижний этаж, здесь вот смотрим подарки и пилатес. Хотим посмотреть, что здесь. С 8:30 до 4:00 бистро кафе. Зашли сейчас в хамам, а там хамам со всеми процедурами $65. Güzel. Şunlar kuş yuvası bak. Представляете, как красиво это будет ночью. Еще одна тема. Ребята, я в Дубай побольше. Сейчас прав машину. Я надеюсь, что ребята возьмут. Милые мои подписчики, мы все так же продолжаем снимать вот этот красивый отель. Вышли на улицу, тут кальян. Здесь вечером будет бар. Это тоже отель. Видите, бассейн. Обслуживающий персонал. Ашкем, бурасыны, ода отель мы. Какая большая площадь, чок бьюк ашкему. Красота, идем и восторгаемся, как все сделано. Спортсмены, хорошо, что я взяла с собой вот эту спортивную одежду. Золото продают тоже. Территория это не заканчивается. Диско-бар. Посмотрите, как красиво.
птички, птички. Кушлар. Bak orada resim çektirebiliriz. Love yazıyor ya. Çok güzel, çok güzel. Черепаха. Привет, дорогая. Насыл сын. Мой муж говорит, здесь спать не вот нельзя. Запрещено спать. Надо все это увидеть своими глазами. Друзья мои, не заканчивается. Какая красота. Шок-то. Oraya gidelim mi? He? Seni oraya götüreyim mi? Gel. Orada resim çekeceğim sana. Видите, куда мы идем? Ой-е! Это все территория. Не бью кашкам. Вот. Летний. Летний бассейн. Надо его, да. Каждый развлекается по-своему. Вот и Анталийское морешко. Venus. А вечером, после встречи с моими бизнес-партнерами, мы вернулись в отель и решили не спать, а получить все от жизни, то, что предлагает отель. Ну, естественно, решили попробовать коктейли. Действительно, было очень вкусно приготовлено. Я не помню, чтобы я их когда-то пробовала в Мерсине. Попробовали один, второй. Название не помню, конечно. Sex on the beach. Посмотрите, какая красота. Коктейль. Музыка, как здесь хорошо. Расслабляемся с мужем. И танцуют там. Можно танцевать, петь, все, что хотите. По вечерам в вестибюле собираются все гости гостиницы. Тусуются, кайфуют и все-все пьют. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.